Несчастного вампира 20 человек. Некоторые из них в прошлом работали над восьмым и мечом и магией. Разработчики, наконец, уделили внимание внешнему виду и движку игры, не забыв, правда, и о стабильно качественном геймплее. В девятой части уже не используется система двух движков. В этом отпала необходимость, поскольку The Tech Development System позволяет реализовывать как красивые пейзажи, так и замкнутые пространства. Единственное, что осталось общего с предыдущей системой, это загрузка уровней при переходе между ними. Действие игры разворачивается через 500 лет после Великой Катастрофы, которая уничтожила Урсинианскую империю. Едва в районе Чидиан стала возрождаться цивилизация, новая угроза нависла над человечеством. Угроза пришла с запада в лице огромной орды завоевателей из бывшей провинции Урсинианской империи, Билдонии. Они будут пытаться возродить могущественную империю. Во время кораблекрушения на острове Праха игрок узнает, что его судьба — воссоединить 6 разрозненных народов в борьбе со злом. С выходом Might & Magic 9 начинается новая летопись событий мира этой игры. Разработчики изменили место событий, и у них появилась уникальная возможность населить его совершенно новыми персонажами. Однако не удивляйтесь, если встретите знакомые лица по предыдущим частям игры. Здесь представлено некоторое количество стандартных мифологических существ, но специально для новой части созданы и новые животные. В Might & Magic 9 действует новая система классов, которая называется «Система растущих персонажей». Совершенно уникальная для Might & Magic. Игрок начинает свою игровую жизнь с каким-то базовым классом, а затем с новыми уровнями получает возможность выбирать между различными классами и их свойствами. Сделав выбор, вы не можете уже вернуться назад, как если бы вы получили повышение в ранге в предыдущих частях мечей и магии. В Might & Magic 9 много изменений. Самое заметное — это полная трехмерность, включая монстров. Так как движок MythTech в основном использовался для создания шутеров, он уже включает в себя поддержку всего необходимого для моделирования боя. Еще одно заметное изменение — это уровень искусственного интеллекта монстров. И хотя в бою их стало меньше, они стали гораздо умнее. Что же касается размера карт, то они стали больше, но не намного. Однако, нам есть что изучать и где странствовать в поисках приключений на поверхности. Разработчики попытались обыграть идею с общим для отряда инвентарем и пришли к выводу, что старая система работы с ним гораздо лучше, так что изменения в этой области интерфейса очень незначительны. Одним из самых разительных изменений игры стало то, что разработчики нашли возможным реализовать ролики мощностями движка, что позволило открыть доступ в магазины и прочие здания. Так что все магазины теперь — это полноценные помещения с трехмерной фурнитурой внутри и продавцами за прилавками. Все персонажи, с которыми вы будете беседовать, — это полностью трехмерные модели. И поскольку персонажей стало значительно больше, существенно увеличилось и количество диалогов. Очень много изменений произошло в области магии. Прежде всего, магия зависит от навыков, противовес старой системе, базирующейся на школах. Теперь, чтобы закастить огненный шар, надо не просто владеть минимальными познаниями в школе огня, а развить как минимум 2 магических навыка, каждый из которых по-своему сказывается на процессе создания заклинания. К примеру, развитие навыков темной магии может увеличить наносимый огнем урон, а углубление познаний в области сил 4 стихий — радиус поражения. Итак, характерными особенностями продолжения линейки культовых игр от New World Computing являются использование совершенно нового графического движка MythTech, кардинально улучшенная графика и мощная скриптовая система, что означает, что монстры и NPC будут более живо реагировать на поведение игрока. Предусмотрены различные типы поведения компьютерных персонажей в зависимости от времени, даты, а также развития сюжетной линии. 14 классов, 7 на магический путь и 7 на путь воинов, более 60 квестов и доработанная магическая система уже ждут вас.